Шкур, Павел Штрафов, наказан Шепетинов Денис, номер 95-й, команда «Шпартак». Спартак играет в полном составе.
передач Владимир Касатка, номер 97, и Евгения Прокопенко, номер 88. Шайбу забросил Алексей Светобор, номер 78. За контактные игроками владеющего шайбы малым штрафом наказан Обухов Анатолий, номер 20 команды «Спартака». Thank you.
За неправильную атаку. По штрафу наказан Максим Ермаков, номер 69, команда «Ротеплан». Thank you.
Завтрак игрока Владимира Шведа. Малым штрафом наказан Максим Кулаков. 65-й команда Хэтфилла. Шайбу забросил Сергей Карпов, номер 7. Команда «Хэтфилла» играет в полном составе. Thank you.
Нарушение численного состава малым шестимесячным штрафом наказана команда «ФМТ-2». Дмитрия Федорова, номер 17. Шайбу забросил Игорь Шапкин, номер 11. Команда «ФМТ Клан» играет в полном составе. За подножку малым штрафом наказан Анатолий Обухов, номер 20 команды «ФМТ Спартак». Thank you.
составе. Шайба забросила Сергей Кадрин, номер 7. Александр Куранов, номер 31, команда КБ «Спартак». Thank you.
передачи Юрия Артынкова, номер 71. Шайбу забросил Илья Могилевский. Илья Могилевский, извините, номер 76. За неправильную атаку мало штрафа показывает Алексей Бурый, номер 73, и команда «ЗГ-2». Thank you.
Капитан команды КП «Спартак», просьба подъехать к судейскому столику. Yeah.
полном составе. За подножку полным штрафом наказан Анатолий Обух, номер 20 команды КБ «Спартак». Руками малым штрафом наказан Николай Реусов, номер 17 команды ХК «Клан». Thank you.
команда, как господа, играет в полном составе. Задержка соперника Клюшка. Малым штрафом наказан Анатолий Обухов, номер 20-й команды КБ «Спартак». Thank you.
Передача Сергею Мурусанову, номер второй. Шайбу забросил Александр Кушенков, номер 11. Let's go.
За удар соперника крышка малыми штрафами наказан. Сергей Марусанов, второй команды «Клан». И Дмитрий Федоров, номер 17, команда КБ «Спартак». Подножку малым штрафом наказан Максим Ермаков, номер 69, команда ФК «Клан». Команда КБ «Спартак» за 30 секунд перерыв. Капитану команду просьба подъехать для подписания контракта.